Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. И Максим Ильин. Сегодня мы решили запустить такой пилотный выпуск новой рубрики, которая называется «Попробуй угадай». Мы с Максимом открываем сегодня каждый по 10 паков, и мы будем с вами сегодня и Максима путать, и потом Максим будет путать меня. В общем, открываем пак. Тот игрок, который выпадает нам именно как на первый, мы этого игрока и должны будем загадать Максиму, также и он мне. Сначала мы обязательно говорим ему клуб. Если он отгадывает игрока, то есть он должен рандомом отгадать игрока из этого клуба. Если он его отгадывает, он получает 3 балла. Если он отгадывает, если он не отгадывает с помощью клуба, мы даем ему национальность. Если он с этой подсказки отгадывает, получает 2 балла. Если он даже не угадал с национальностью, мы говорим ему позицию. Если он угадал, мы даем ему 1 балл. Если он не отгадывает вообще игрока, 0 балл. Ну, думаю, все логично. Итак, никакой рекламы пока что на нашем канале, поэтому просто фудпак, ничего особенного. И мы открываем сегодня 20 для вас это паков за 100 тысяч монет. Итак, открываем, я, наверное, открою первый за монетки. Итак, Максим, выпадает игрок. Угу. Хорошо. Итак, клуб, я тебе говорю, это ПСЖ. Угу. Это Бостон? Нет. Национальность. Уругвай. Кавани? Да. Ты получаешь 2 балла. Причем выпала его информ-карточка с рейтингом 89. То есть вот так вот, хорошо. Вот так, Максим уже ведет с счетом 2-0. Так, как-то запутаем. Или вообще неизвестный игрок нам выпадет. Так. Открывается пакетик. Угу. Хорошо. Челси. Челси. Куртуа? Нет. Франция. Канте? Да. Итак, у тебя уже 4 балла, причем выпал с рейтингом 88, типа его апгрейднутое. Также, друзья, может быть и такое, но я не знаю, будем ли мы с Максимом это засчитывать, но я тестил как-то фудпак, и в 2 паках или в 3 там даже подряд мне выпадал именно Канте. То есть это что-то такое, я, наверное, если Максим разрешишь, если выпадет снова Канте, я типа... другой пак открою, потому что... Так вот. Так, я открываю третий пак. И это... Не, ну серьезно? Понятно, я заново открываю, мне Канте 87-й только выпал. Я вот так и знал почему-то, что стоило затеять этот разговор. Так, пакетик открывается. Угу. Так. Это Бавария. Бавария. Видаль? Нет. Франция. Рибери. Нет. Позиция РМ. Куман? Да. Ты получаешь 1 балл, он выпал карточка к чемпионату мира, вот эти типа, при, ну хорошие типа на будущие игроки, сине-желтая такая, которые молодые там или перспективные игроки выпадали. Итак, Максима уже 5 очков за 3 пака, мне кажется, это хороший результат. Угу, так, этот пойдет в наш выпуск. Твой любимый мадридский Реал. Модрич? Нет. Немец. Кросс. Да.
Причем я открыл пак за 100 тысяч, и у меня, типа, тут показали, что этот пак вместе с игроками стоит 105 тысяч. То есть я ушел в плюс хороший такой, если было бы. Ну. Открывается пакетик. Угу. Угу. Ну, тут понятно. Итак, Арсенал. Лондонский? Нет, тульский. Шучу, лондонский. Азия? Нет. Ну вот я сейчас говорю, и ты сразу угадываешь. Вот это обидно. Армения. Да, ты получаешь 2 балла. Неля, если ты сейчас смотришь наш выпуск, а это вряд ли, то большой тебе привет. Итак, пакетик открывается, и это... Угу. Хороший. Снова Пари Сен-Жермен. А кто там еще хороший? А я не говорил, что он может быть хороший. Это может быть как Неймар, так и может быть Ареоля. Это все может быть. Верати. Нет. Бельгиец. Максим сейчас включает энциклопедию свою. Кстати, вот он может ей похвастаться. Я, к сожалению, нет. Я его помню, это защитник. Фланговый. Минье или как его? Правильно, ты получаешь 2 балла. Так. Ну да. Кстати, проверим. Мы, кстати, в скорейшем будущем энциклопедию Свята, может быть, и Максима, потому что я такой энциклопедии, как у Свята, например, похвастаться не могу. Угу. Так. Ну, неплохо. Французская лига. И я не знаю, честно, как он называется. Может, мне вот именно не могу похвастаться. Знаешь, такой клуб на эмблеме 3 буквы EAG. Да. Не могу сейчас припомнить, что это. Ну, я сейчас быстренько забью. Да, просто. Да, как он называется? Так, на словах не могу понять. Так, Франция, сейчас напишу быстренько. Так. Франция. Тут даже странно, я не знаю, он в премьер-лиге или нет. Итак, это Максим клуб Генгам. А, он такой в полоску, да? Да, черно-красный такой. Можно было так описать. Да. Ну, тут самое главное, это его 3 буквы. Вот это слово было бы будет. Ну да. При том, что даже я не знаю ни одного игрока оттуда. Это будет очень тяжело, действительно. Я только одного знаю. Ну-ка, может кто? Как? Как? Коко, но это не он. Это француз. Вот это вообще прям сузилось. Во французской лиге француз. Очень. Угу. Вот именно этого я и боялся, что нам попадутся такие игроки. Мне, например, просто открывал, и мне выпал информ Инуи Зайбара, японец. Так что я бы его бы вряд ли бы вспомнил. Ну вот. Да, слушаю. Нет, это центральный защитник.
центральный защитник. Кербрат. Да, это Кербрат. Ты получаешь 1 балл. Итак, друзья, проверить мы, конечно, не сможем. Это посмотрел ли Максим в интернете, но 1 балл мы ему засчитываем. Поверим мы ему на слово. И снова пак за 100 тысяч. Это 8-й по счету. Ага. Угу. Ну, может быть, легко. Это Марсель. Марсель. Да, тут уже как бы полегче, что-то известно для нас. Ну, немного, да, известно. Но тоже нелегко было. Ну, если бы мне бы, если бы выпало, я бы, может быть, со второй бы попытки бы отгадал. Хотя, может быть, и с третьей. Ну, даже не с национальности, а, наверное, с третьей все-таки бы попытки я бы смог бы все-таки ответить. Ну тут да, нужны подробности. Угу. Ну, в принципе, у тебя, конечно, есть право на ошибку, можешь вообще любого назвать из Марселя, я тебе скажу национальность. Нет, я попытаюсь подумать. Кто же в Марселе играет? С головы вылетели все сразу. Я сам, признаюсь, даже не повторял игроков. Ну, может быть, мне будет легче, потому что, типа, я их открываю сейчас, и что-то между глазами так пролетает. Вот сам известный марсельский игрок Пайет. Нет, это не Пайет. Но француз. Опять же, француз. Да. Локус. Нет, это вратарь. А ты про Лопеса, про какого говорил? Вроде бы полузащитник или защитник, я не помню. А то я думал, ты про того вратаря Лиона. Нет, не про того. Ну что же, вратарь марсельского... Марселя, короче. И французская национальность. Да. Если я даже не ошибаюсь, он хорошо так запомнился именно игрокам FIFA. Играет вроде в штанах просто. Это Пеле? Нет, это Манданда. А, Манданда, Пеле. Ну что же, вот и первая нулевочка Максима. Да. Я перепутал. Ну, бывает. Ну, следующий игрок это Манчестер Юнайтед. Дехия? Нет. Армянин. Так нечестно. Две карточки его. Карточка есть. Хитарян. Да, 2 балла получает Максим. И последний пак для Максима на сегодня. Да, это там. И Максим сглазил. Это 4-й, друзья, 4-й конте за пак опенинг этот, поэтому мы не советуем вам, как бы, и не рекламируем этот сайт Foodpack, потому что здесь, как бы, можете почитать отзывы. То есть я вообще никак не нейтрально отношусь к этому сайту. Вот. Поэтому здесь все. Нам еще рано кого-то рекламировать вообще. Так, вот уже поинтереснее пошло. Это Кёльн. Кёльн. Я ни одного не знаю. А, нет, знаю одного игрока. Одного только. Он не России? А, нет, я не про Рауша. Понятно.
Ну и вот теперь вот этот игрок еще выпал, поэтому троих уже знаю. Но это не раунд, да? Нет. Это был твой ответ? Я могу национально сказать. Ну скажи. Национальность Испания. Из Кёльна? Да. Из Испании. Кёльн, игрок из Кёльна с испанской национальностью. Но он точно, наверное, не играет в сборную Испании. Ну да, скорее всего, он не играет. Испанец, Кёльн. Это не очень помогло. Ну, могу сказать, рейтинг хороший такой. Тем более для Кёльна. Правда, очень сложно. Скорее всего, тут я не смогу назвать. Ну, может, еще вот. Ну, ты пропускаешь вот это, и я тебе позицию говорю, хорошо? Хорошо. Правый защитник. Правый защитник. Правый. Кёльн же вроде 5 защитников играет. Ну, тут именно карточка у него с позицией РБ. РБ. Почему-то самый последний, самый сложный. Даже с Гингамом было легче. Ну, не мне. Клуб, не знаю, как называется. Я кроме Рауша только Риссе знаю. Это твой ответ? Да. Это не Риссе. Это игрок Мерио. Правый защитник. Информ карточка его с рейтингом 82. Мне кажется, даже Свят бы не дал. Ну, Свят там хорошо так с немецким футболом дружит. Ну что ж, друзья, для Максима этот раунд закончен. Сейчас будет мой, и там уже посчитаем по ходу уже баллы. Итак, друзья, теперь мы открываем для меня уже, и Максим сейчас будет нам загадывать. За вот эти 100 тысяч, да, открывать? Да, где Криштиану Роналдо. Вот оно. Так, за монетки. Интересная карточка. Твоя любимая Барселона. Барселона. Это вряд ли какой-то хороший такой игрок. Ну, да, я бы так тоже сказал бы. Так, ну вот уже подсказка, значит, не топовый такой. Может быть, Рафинья? Нет, испанец. Так, испанец. Там дофига. Серджи Роберто? Да. Так. Я отгадал со второй попытки, у меня 2 балла. Открываем еще раз. Угу. Так, опять Роналду. Может быть, у тебя лучше будет, что Канте не будут выпадать так часто. Возможно. Так. Кстати, был информ Роберто. 84? Да. Ливерпуль. Так, Ливерпуль. В паке за 100 тысяч. Да. Тут вообще не знаю даже, там каждый может быть. Ладно. Вейналду. Нет, немец. Джан. Да. 2 балла. 4 того. Пока так же, как я, идешь. Ну, открываем. С третьего пака ты уже потерял свои очки, у тебя там был один. Ты запомнил, что ли? Я записал уже. Так. Ты же мой экран не видишь? Нет, у меня вообще это заставка Google. Хорошо. Рома. Нейнгалан. Да. Серьезно, что ли? Да. 3 балла. Когда вообще нифига не знаешь. Да.
Так. Ну сейчас ты начнешь ошибаться. Чую. Ну блин, сейчас какие-то игроки попадают. Так. Ты, кстати, ни разу не отгадывал игрока с первого типа с первого раза. Челси. Ну, Челси вот уже. Давид Луис? Нет, француз. Канте. Да. Два балла. Пока неплохо идешь. Да. Да. Так, уже с четырех заданий у меня получается 9. А у тебя было 7. Ха-ха. Рано радуешься. Ну, сейчас я тебе говорю, опять этот какой-то Рен выпадет, может быть. Может быть, опять этот Хиджо. Что-то тебе такие не падают. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Де Брюйне? Нет, аргентинец. Чё, Агуэро, что ли? Нет. Центральный защитник. Центральный защитник. Манчестер Сити. Из Аргентины еще. Я мог бы сказать тогда бы за Балетто, но он уже не там. Поэтому это как-то трудно будет. Ну, вроде он хороший игрок. Да, хороший. Хороший игрок из Манчестер Сити, аргентинец. Да, защитник центральный. Ой-ой-ой-ой, что ж ты со мной делаешь, Максимилиан? Ну давай, ты сможешь, ну это же совсем просто. Да, вот именно, я же чувствую, что что-то вот прям как будто знаю. Он в татухах еще вроде. Отаменди пусть. Да. Так, аргентинец, значит, со второй попытки отгадал. С третьей. Ты мне позицию не говорил. Я тебе говорю, центральный защитник. Зачем ты это сказал? Ты с аргентинца, ты сказал. А, да. Все, один балл, да. Мухлюешь тут уже. Я забыл про Агуэро. О, что-то другое. Да, явно другое. А, твой нелюбимый Реал Мадрид. Кросс. Нет, хорват. Тут два, это Модрич. Да. Всего два. Интересненько. Челси. Ну это вряд ли Канте. Да. Так что это не было ответом, потому что ты бы скипнул сейчас. Манчестер Сити. Давид Сильва. Тебе говорят Челси. А, Челси точно будет бой. Так. А кто там? Азар? Нет. Испанец. Испанец из Челси. Аспиликуэта? Нет, левый защитник. Левый защитник? Из Челси и еще и... Блин. Он молодой перспектив... А, Алонс, точно. Один. Так, восьмой. Угу. У тебя прям тут... Блин, этот смех мне не понравился. Что сказали? Реал Сосьедад. Так, Реал Сосьедад, да? Да. А оттуда, ну, для Порте там был, так, этот вообще из Атлетика Бильбао был. Поэтому я вряд ли кого-то там вообще знаю. Пусть будет этот вратарь Рули. Нет, испанец. Помог, да? Вообще. Там их полно. Так. Да вот именно их там дофига, и причем, что я знаю, вот только именно вот этого Рули, аргентинца. Ну, может, там еще кого-нибудь так мог бы назвать. Так, ты говоришь, значит, защитник, да? Испанец. Ой, этот, испанец.
Даже... Диего Лоренто. Нет, защитник. Центральный. Потому что защитником. Вообще прям помог. Очень, да? Именно центральный защитник, да? Центральный, да. Что-то помню? Пофиг, Адриасоло какой-то там. Нет, Элустондо. Вообще такого даже не знаю. 0. 82 рейтинг. Ну да. Ну сейчас попёрло. Я вообще даже не знал, что у него такая карточка есть вообще у кого-то. Арсенал. Какой? Мхитарян. Нет. Вот ты, наверное, сразу угадаешь. Да понятно, там мало кого. Стой. Так, Арсенал и Уэльс. Рэмзи? Да. Но я уже скипнул так. Там, но это был Рэмзи, да. Угу. Значит, 2 балла получаю. И последний вопрос на сегодня. Последний. Ну-ка, подожди. Сейчас посчитаю, сколько у меня. 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13. Я уже 15 набрал. Ну ты уже меня обогнал, но... Ну, на 1 балл. Поэтому сейчас, может, что-нибудь и такой вообще разгром будет. Давай. Вряд ли. Вольсбург. Вольсбург. Гомес. Нет. Турция. Ты мне вот прям сейчас знаешь, как помог. Очень. Я знаю. А ты, вот скажи честно, ты этого игрока знаешь? Нет. Я его первый раз вижу. Так. Турция. Туряк. Я очень мало знаю турецких игроков. Короче, Туран, он в Барселоне. Тасун, он в Эвертоне. И Юнус Малину, я не помню, где вот он играет. Вот. Поэтому... Ну, пусть этот будет. Не помню, что он еще откуда. Юнус Мали. Это он. Чё? Я что-то ведь помню этих. Играл же с Турцией, там и против нее, типа там только вот эти трое бегали. Ну ладно, это все. Так, получается, я отгадал со второй попытки, итого у меня 17 баллов, и того, значит, на счет 14-17. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылка на группу еще ВКонтакте в описании. Наши ссылки тоже там, так что подписывайтесь и на нас ВКонтакте. С вами был Андрей Хорев. Максим Мельников. Всем до встречи, друзья.